Всем доброе утро. Сегодня вторник. Блин, число забыл, прикиньте. 19 июня. Мы уже 10 дней на море. 9 утра. Что-то мы после шторма и дождя обленились вставать рано, что-то не можем. Вышли, выбились из режима. Поэтому что-то просыпаем. Ничего, завтра, наверное, с утра начнем просыпаться. Фух. Пробежался я, Аня потренировалась. Сейчас будем мерить температуру моря. Что мы не делали 2 дня. Мы потеряли, короче, этот градусник. Жираф наш утонул. Вот, ветер, наверное. И купили другую рыбку. Тоже сломали. Вчера искали еще, нашли 3-й градусник, сейчас будем его испытывать. Тоже рыбка, желтенькая. Море такое сегодня. Штормит. Аня вот лежит. Все, ты вставай, купаться будешь? Спишь? Ветер, конечно, да, такой? Давай, поехали. Да. А ты была уже? Ну, не купалась? А кто же будет температуру мерить? Блин, ну ладно, попробую. В общем, вот такие вот дела. Вот такое море. Но тебя не слышно. Тебя вообще не слышно. Микрофон вот. Я могу тебе дать, можешь рассказать. На. Сделала зарядочку, лежу, мерзну. Медитирую под музыку. А что, купаться не хочу? Не, не хочу. Ну, температурушку замерить надо? Да не хочу, иди мерить. Они в интернете посмотрят, если захотят. Ну да, это умные посмотрят, а те, кто любит смотреть наши видео, посмотрит туда. Да. Умные, давай, умные, давай я подержу. Там. И говорят, что там температура, можно посмотреть в интернете. Ну, даже в интернете неинтересно, может там обман какой-то, правильно? Да. А? Я не слышу, наверное, все, зрители. А вдруг, а мы по-настоящему показываем, приближенно. Ты главное не потеряй рыбку, а то больше все сердцево уже не то градусника. Там ну не знаю, ну подавай, короче, пошли. А ну отвернись чуть-чуть ответ. Ответ вот. Мне, короче, в принципе, не такая, пока я, когда я бегал, у меня это, озарение идет, знаешь, там, связь с космосом. Я придумал такую фигню, что типа вот это, мы сейчас живем 10 дней, да, ну и больше, да, мы как бессмертные, типа, знаешь, люди приходят и уходят. А, мы остаемся. А мы наблюдаем, да, мы остаемся. Мы видим, как люди, типа, рождаются, да, они приезжают, у них новые эмоции, и потом они, знаешь, научатся здесь жить. Сначала они сгорают, а потом что-то перепевают, потом происходит в середине их отдыха такая стабильность. Они понимают, как себя вести, да? Да. Потом смотрим, как к концу их отдыха они все затухают и тихо уходят. А это, подожди, это сегодняшний будет ролик? Сейчас, сегодня. Таня, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Вот. Да, это у нас сегодня вот. Знакомый, день рождения. Здесь находится, да. И вот, думаю, а кто же, если мы бессмертные, типа, да, себя ощущаешь, бессмертные отдыхающие, то кто ж хозяева? Хозяева типа, вообще. Боги, они, да, решают, гуру. Они решают все, как тебе, где тебе спать, как тебе есть, насколько тебе, ну все, все, полностью твою жизнь решают, да? И ну, вообще высшие существа. Они вообще изначально решают, поселить тебя или нет, давать тебе эту жизнь. Да, у них. На их планете, да? Так что такое отлезет в голову. Вот поэтому ты так и ощущаешь себя. Ты чувствуешь бесконечность какую-то, да? Ну что ты знаешь, что еще сколько тут будешь, а может быть сколько угодно. Все в твоих руках. А люди такие, знаешь, раз приехали, уехали. Кстати, радостная, а что ты палец держишь? Против нас, то есть мимо нас прошло, да? Когда хоть оно пишет, да. А ты так держишь. А ну, что ты, я говорю, кстати, хорошая новость. Почти, видно, потравили комаров. Исчезли они куда-то. А, да. Уже нету такого, как были в первые дни. Что мы еще хотели сказать, да? А то видео, радостники, я сказал, что видео нас снимали немерено, и не пока снимали, не выйдут. На море не приходили 2 дня. Да. И погода. Так. А, что мы хотели сказать? Нам, больше нам не пишите, в общем, кто хочет обзор. Там посмотреть обзор жилья, потому что вот на Комарова, по-моему, Комарова мы съездили. Неважно.
или ну, да. какая-то улица, все простили. Неадекватно хозяева реагируют. Хозяева реагируют, да, что мы их снимаем, не, думают, очень, да. не очень хорошо. Не поэтому, понимаю. Извините, больше мы не просто будем хозяева, если будут делать обзор. Мы хозяева можем, да, только хозяева. Это только когда хозяин мы хочет делать это, обзор. Мы изначально так и планировали. Своего жилья. Но не так. И когда вы к нам обращались, мы думали, это вы какое-то отношение имеете к этому. Там, или вы друг хозяин. Ну, я не знал, что вы вообще. Мы приходим, они вообще не знают вас. Да, вы там собираетесь жить, но просите нас сделать обзор. Они нас смотрят, они говорят, что каких-то мошенников. Да, во-первых, не нуждаются. Во-вторых, а зачем вам это надо? Что вы хотите тут у меня снять? Типа такой бред, понимаете? Заходят чужие люди с камерой, они сразу боятся, там что-то не полицию вызывать. Поэтому все, заканчивайте просить, мы ничего не будем никому показывать. Только если хозяева попросят, или вы с хозяевами там отношения хорошие. А так мы приходим, да, бред получается. Севастскую, кстати, тоже посмотрели, но видео будет позже. Да. Севастскую кто-то просил. Это хорошо, да, когда хозяева нас узнают и тогда еще... Ну да, это и то она нас пустила, потому что она смотрит наши влоги, хозяйка. Здесь много всякого мошенничества и так далее, понимаете? Поэтому просто так. Это мы делаем, все, что мы обзоры сделали, это или наши знакомые, или те, кто нас попросили, хозяева сами. А так мы просто так не лазим, блин, куда попало. Ну все, что, пойдем в жирафа? Да, в общем, все вроде сказали, если что, сейчас вспомним еще. Что, серьезно, надо искупаться вот да, в этом... Я в лярву надо вот идти, но сейчас... Блин, стоит, ну у меня что-то стоит. Тоже такое плохое, может, это мне занырнуть? Ну пошли вместе. Ой, бедная. Я буду ближе к тебе стоять. Вот это да. Ой, холодная вода, блин, сегодня. Покажи нашу рыбку. У нас новая рыбка. Вот она ледяная. Вот наш радостник новый. Аня не хочет. Волна, блин, смотрите, какая. Кошмар. Попробую я замерить, чтобы ее не потерять еще. Аня не хочет. Да что ты за лярву утопи? Чтобы камеру еще не намочить. Сейчас мы померяем температуру. Главное подальше зайти, там будет волны. Вода сегодня холодная, реально. Так, сейчас у нас температура воздуха 26. Почти 27. Смотрим. Зачем? Я уже опустил. Ой, волны, смотрите. Что ты кричишь? А что ты так себя ведешь, как первый раз? Ты же не первый раз. А? Она просто... Она тоже тонет, блин. Тоже да, тонет? Она тонет. Рыбка, рыбка. Ну, рыбка как-то логично, да, для моря, чем жирафик. Да, волны это не очень хорошо. Ну, надо холодно. Я думаю, градусов 22 где-то. А рыбку, кстати, зато удобно держать за хвостик. И грязная, видите, какая, из-за того, что она штормит. Ой, так, ну что же надо лявру выдать? Я два дня не купалась, она ледяная. Людей, видите, сколько на пляже. Это, кстати, центральный пляж, да, у нас? А, вон он дальше. Ну, там столько. Ну, центральный, вон, это где горка, это самый центр. Бля! Ну, вообще-то у меня камера вроде как непроницаемая. А, зато у меня этот... Слышь, мне микрофон я утоплю. На, короче. Давай. На, бери микрофон. Этот, и я померяю температуру, тебе дам. Микрофон давай. Бери. На. Микрофон, где он? Давай. Я повыше один, но я пошел занырну. Подожди. Ой, он уже намок, Саня. Это капец. Хочу лучше подальше зайти. А ты подальше. Пару слов, а напоследок я скажу. На берег? Давайте, я пошла на берег. Ой, прохладная вода вообще. Капец прохладная. Так. Ладно, сейчас еще. Все, выходим на берег. Валера вынесет нам градусник.
22. О, видите, 2 градуса, а сегодня как чувствуется. Все? Ну да. До свидания. Продолжение следует. Да, продолжение будет.